Всем привет! Я действительно ищу, сейчас бегаю в свой дом, не знаю, смогу ли я его где-нибудь обнаружить. На самом деле я ищу где-нибудь местность, где могло бы быть, место такое, мост с рекой. Я не знаю, сейчас есть такие места на этой карте или нет, и вообще это та карта или нет, на которой может такое быть. Но я хотел бы именно такое место, чтобы среди деревьев, среди скал найти речушку, которая бы давала мне именно звуки. Изменилась очень сильно игра, и она изменилась именно тем, что когда ты долбишь камнем, ощущение такое, что ты долбишь действительно камнем, а не чем-то новым. Так, это что такое? Бурдюк? Бурдюк с водой, да? О, штанишки. Отлично. Могу же я их одеть, да? А, отлично, теперь я в штанишках. Бурдюк, бурдюк-то бурдюком, а вот вода есть в нем, нет? Не факт, что там есть вода. Но у меня есть еще пустая бутылка, может быть, она пригодится. Я набрал всякой херни тут, не знаю. Так, вот это все можно, наверное, в кучу в одну сложить. Все это может быть пригодится, а может быть не пригодится. На всякий случай, давайте будем идти с ружбайкой. Сильно изменилась игра, но она постоянно изменяется, я это чувствую, я это вижу. Добавились грибочки, можно собирать. И лут, я думаю, тоже обновился и стал более тоже красочным и интересным. Это что? Фрагмент чертежа и повязка. Ага. Это я себе на голову могу надеть. Отлично. Так, теперь меня никто не узнает. Ха-ха, здесь. Так, у меня где-то был лук, кстати. Блин, он увидел меня. Я бы его сейчас точно зафигачил. Мясо. Да, в принципе, мясо мне не надо. Да, кстати, как находится еда здесь? Довольно легко, очень просто, потому что есть кучки такие мусорные, и в них находится очень много консервов, и вот так же можно собирать камушки. Оказывается, здесь. Сейчас. Вот. Кучки мусора, может быть, я вам сейчас покажу, если мы обнаружим это. Ух ты, я к какому-то городу пришел. Главное, чтобы радиация меня не... Вон она, кучка мусора. Сейчас я туда подойду. Покажу вам, что это действительно еда. Деревянные колья, фрагмент чертежа, заметки. Заметки мне не нужны. Так, у меня уже и так перебор, на самом деле. Может, что-нибудь лишнее выкинуть? Так. Я даже не знаю, что можно выкинуть. Я думаю, что вот эту штуку я мог бы вполне легко выкинуть, потому что она уже сломана. А вот тут вот у нас сейчас будет еда. Радиации здесь нету, как ни странно. Раньше была радиация, сейчас ее нет. Вот, видите, еды целая куча. Тьма еды, которую можно сейчас просто захавать. Я сразу же ем всю еду, потому что, ну, чтобы восстановить, до максимума довести свое здоровье, чтобы потом, если что, было попроще намного. Так, ну давайте сходим сюда. В этих ангарах тоже попадаются довольно интересные вещи. Так, а интересно, вот это вот можно тоже разбить. О, смотрите, а эти тоже ломаются, из них тоже выпадает что-то. Фрагмент чертежа, маленькая бутылка воды, отлично. Я нашел еще одну бутылку воды. Я думаю, что выпью до максимума это все. Все, отлично. И подниму как можно больше свое здоровье. Тоже было бы неплохо. Так, это что у нас? Фрагмент чертежа. Вот да, вот в этих вот зданиях, по всей вероятности, в таких ангарах, можно найти много интересных вещей. Но здесь же могут быть и много людей. Яблоко. Так, у меня некуда ложить яблочко. Бутылки я возьму с собой. Чертежи тоже пускай будут. Ладно, пока я это все выбрасывать не буду. Сейчас, может, найду что-нибудь более интересное здесь. Фрагмент чертежа еще один. Так, а, кстати, фрагмент чертежа это что? План постройки. А фрагмент чертежа... Ну-ка, подожди, дай-ка я вот так вот попробую. Фрагмент чертежа. Так.
Не совсем понимаю. Яблоко, ладно. Так, ладно, давай. Яблочко еще захаваем последнее. Чтобы у нас было по максимуму здоровья. Так, фрагмент чертежа. Это вот этот, да, фрагмент чертежа? А, да-да-да, смотрите. Обрывки различных чертежей. Соберите 20, чтобы создать чертеж, или 60, чтобы создать страницу чертежа. Тоже нужно будет попробовать это обязательно. Потому что интересно. Я сейчас пока побегаю. Пока я людей, в принципе, тут не встречал, но не факт, что... Это что я собрал? О, печка. Геологический заряд. Прикольно. Давай изучим этот чертеж. Он нам пригодится, наверное, когда-нибудь. Просто побегаем здесь, пока людей вроде бы не видно. И значит, о, тут даже машины есть, смотрите. Правда, разломанная. Так, коробки, бутылки. Все просто круто. Игра действительно приобретает настоящую форму, и она выглядит уже, ну, все более и более реалистично что-то. На что-то похоже становится. Невероятно интересно. Каждым днем, так что я уже нисколько не сожалею. О, арбалет нашел. Нисколько не сожалею, что когда-то 2 года назад, да, уже, наверное. Пистолетный патрон, отлично. Может быть, что-нибудь он мне поможет. Так, это что, арбалет? Это чертеж арбалета. Это вообще круто. Это еще круче, чем я думал. Пистолетные патроны. Здесь у нас есть ящик. Это что такое? Так, маска бандана. Давайте, может, ее лучше оденем. Я ее выбросил, наверное, да? Так, ну-ка, давай-ка я попробую сейчас ее все-таки одеть. Сейчас что-нибудь пока выкину. Временно. А, у меня есть патроны. А, это чертеж патронов. Еще лучше, опять же. Так, ладно. Могу я сейчас бандану одеть куда-нибудь сюда? Ага, вот так вот она будет. То есть, если одеваю бандану, значит, снимается другая маска. Ладно, меня это устраивает. Да, удивительно вот такие вот находить места, потому что здесь, по-моему, деревянные колья, в принципе, они мне не нужны. Очень много лута можно найти здесь. Обломки костей. Так, это мне тоже не надо. Это что такое? Ракета! Офигеть, а нафига мне ракета? Действия. Боеприпасы для ракетницы. Ракетница у меня пока не имеется. Так, тут штаны. Штаны у меня как бы надеты на меня. Так что пока этого ничего не надо больше. В принципе, лишнего у меня тут как бы ничего нету. Вроде бы грибочки. Я не знаю, что с ними делать. Ладно. Давайте еще походим, обсмотрим, что тут есть. Ух ты, тут даже машина. Трейлер стоит старый. В который тоже, видимо, нельзя попасть. Ну, радиацию, то ли убрали радиацию, то ли просто это места такие, где радиации нету. Я вот сказать вам точно не могу, потому что на самом деле не знаю. Так, это что такое было? Это просто. Наступает вечер, у меня как бы, ну, вроде бы я насобирал определенную кучу. Во, нет, ничего нету. Еще самолеты летают, так что тут можно найти все что угодно и целую кучу интересных съедобных вещей. Вот в таких вот контейнерах довольно интересные вещи попадаются. Капкан, чертеж. Даже не то чтобы капкан, а чертеж, это мне намного интересней. Да, кстати, чертежей добавилось еще больше, теперь их становится все больше и больше. Это довольно интересно, это бейсболка вон даже есть. Блин, это становится вообще классно. Маленький водосборник, это на дом можно поставить, наверное. Так, а это что, 8 холода, 5 радиации. И вот этого я не совсем не знаю. Это может прокачка, это может перки прокачки будут. Как вариант, я думаю, что да, может быть. Не знаю еще ничего, потому что я давно не заходил в эту игру. Сейчас, зайдя в нее, удивился. Вот именно этому еще один факел. Ладно, пока мне этого факела больше не надо. Всего этого процесса, это просто было потрясающе. Так, а вот это что? Там ничего нету? Так, ничего нету. Ладно, давайте вот. Ягоды черные. Я не помню. По-моему, черные есть нельзя. Да-да-да.
Что-то у меня такое воспоминание нехорошее от этого дела. Так, что у нас тут? Металлическое, металл высокого качества. Вот это самое ценное, наверное. Я не знаю, для чего он нужен. Высокого качества, как мне кажется, добывается из обычного... Ой-ой-ой, я выстрелил, блин! Ну как так-то, блин? Я взял и выстрелил из своего оружия. У меня сейчас патронов нету. Ё-моё, ну надо же так было глупо сделать, а? Маска-бандана еще одна. Так, это что, заметки? Заметка не нужна. Консервированный тунец. Классная штука. Консервированный тунец. Съесть бы ее. Ну, в принципе, у меня сейчас пока есть запас. Так, здесь у нас ничего такого сверхинтересного нету. Ладно. Здесь проверили все. Я отправляюсь дальше. Ух ты, такой красивый закат. Это вообще просто потрясающе. На самом деле, вот игра преобразилась. И тем более, преобразился мой компьютер. И тем более, он стал... как бы более интересно. Так, самодельные патроны. О, вот это вот патрон, по-моему, мне нужен очень сильно для... Давай-ка пока вот это выбросим. Самодельные патроны возьмем и зарядим его в винтовочку. Можно же ее, да? А как ее разрядить? Так. Нет, похоже, нельзя его зарядить. Он какой-то большой, наверное, не родной. Не родной, скорее всего. Так, ну и что? Давай поставим костер. Не знаю, прям. Вот тут нельзя что ли ставить? Я не понял. Как-то красным цветом горит. Или просто в этом месте нельзя, или вообще нельзя его ставить. Я не знаю, почему красным-то горит костерчик. Блин, темно стало. О, воу. Так, могу я поджечь, да, его? Сколько я помню, можно его поджечь, да? Да. Так, давай-ка мы факелом посветим немножко. Посмотрим, что у нас тут еще имеется. У нас, слава богу, у меня сейчас в запасе есть факела. Мне просто хотелось попробовать эту игру. Так, что мы можем подобрать? Деревянные колья. Деревянная стрела. Стрелы, стрелы, стрелы будут запасные. Они будут нужны, наверное. Ладно, пойдем дальше. Надо искать дорогу. Все-таки идти по дороге, потому что я пока не знаю, куда вообще определяться. И первое мое желание сейчас найти что-нибудь подобное, где можно построить дом. Вот грибочки, смотрите, кстати, их тоже собирать можно. И отправиться, короче, отправиться к тому месту, где можно построить дом, заделать там небольшую какую-нибудь хижину и на этом пока прекратить. Если меня убьют, ну что ж, будем потом в следующий раз искать лошадка. Это наше место, которое я сейчас точно определю, да, чтобы по карте. Как бы я не знаю, конечно, карту полностью, вообще не знаю я. Как, куда идти, ну. Сейчас вот по дороге пойдем. Пойдем по дороге. Потому что я пришел с той стороны, там был север. О, еще капканы расставили все. Вот я не знаю, зачем ставят капканы люди. Прямо на дороге. Довольно опасно. Может быть, против людей. Что за прикол такой? Человеческий. Так, ну что-то не получается. У меня больше... Подожди. Не получается больше к этому капкану. Нет, я подходить к нему не буду. Это слишком опасно. Ладно, пошли по дороге. Пошли по дороге, посмотрим, что тут. Людей пока не встречается. Ну и ладно, ну и слава богу. Нашим легче. Пойдем спокойно, здоровья мне хватит надолго, если я буду бегать вот так вот просто. Может быть, все-таки найду я какое-нибудь место. Вот еще один капкан, да? Или это что? Так, это я не совсем понимаю, что это. Как-то я все-таки побаюсь. Я не знаю на самом деле, что это. Если бы знать. Так что я и боюсь подходить-то к ней и наступать на нее, мало ли взорвется. А мне кобзец придет. Мне тоже этого бы не очень сильно хотелось. Автобусные остановки. Где только автобусы, да? Напрягают вот эти звуки. Некоторые. Сами можете слышать. Так, надо немножко, наверное, убавить громкость. Я, наверное, даже не немного убавил. Достаточно сильно ее убавил. Но
Я что-то как-то сразу не подумал о том, что нужно будет ее убавить, потому что звуки, вот тут вот леса, звуки территории вот этой, они очень сильно заглушают мой звук, наверное, все-таки. Сейчас будет лучше, надеюсь, по крайней мере. А в темноте идти, тем более не зная дороги, вообще смысла нет. Надо будет все-таки поискать свой дом, я хочу его найти. Я обязательно его найду. Ну, обновляется игра, и игра продолжает обновляться, меня это радует, потому что когда она будет уже полностью готова, я думаю, она будет вообще прикольно, если тем более вот это действительно перки, которые у меня имеются, да, навыки вот стрельбы, метания, собирания и тому подобное. Не знаю еще пока, что это все значит, но я думаю, что можно будет разобраться со временем. Я думаю, что я разберусь. Обязательно. Игрушку давно не запускал, и вот сегодня просто решил немножко попробовать, и действительно, игра преобразуется, становится более интересной, тем более, что та старая версия была совсем другой игрой, можно сказать. Сейчас вот эта новая, обновленная, довольно интересно. Бурдюки появляются с водой, можно собирать воду при помощи каких-то там устройств. Это все прикольно. Прикольно и интересно. Так что игра развивается. Мы тоже на канале развиваемся. Так что наше совместное развитие. И, ну, не совместное, конечно, а в отдельности. Развитие нашей игры довольно интересно. Пока волков и медведей я не встречал. Ну, в принципе, если я встречу их, я думаю, что, может быть, мне даже будет от них не убежать. По крайней мере... Так, подожди, стоп, темнота. Темнота, друг молодежи, блин. Так, у меня еще факелы, так что не страшно, я не боюсь. Зажгу просто следующий. И буду бежать. Ну, на самом деле, если у вас пропали факелы, если у вас нету факелов, то бесполезно куда-то пытаться идти. Нужно, наверное, все-таки где-то присесть и подождать утра. Если вот есть костер, то это еще интереснее, еще лучше, потому что вы можете погреться там, а если у вас костра нету, то вам будет холодно, и вы можете просто замерзнуть. О, я нашел, да-да-да, я вот это место помню, это антенна, и значит, я где-то найду место, где будет мой дом в будущем. Я обязательно найду его. Где-то он в лесу должен быть. Потому что я эти места знаю. Примерно, по крайней мере. И буду искать, пытаться найти то, что возможно. Мне сейчас собирать больше нечего. Потому что у меня как бы вроде бы и так полностью заполнено мой инвентарь. Так что я сейчас подбирать даже вещи не буду. Я просто буду искать место, где можно будет пришвартоваться. Это где-то все-таки возле... Чтобы тут где-нибудь не было этих капканов опять. Где-то все-таки в лесу, где-то возле дороги. Но место хорошее, я надеюсь, я его найду и обязательно там поселюсь. В этом месте. И да, карту я на самом деле не помню вообще. И не знаю, в принципе, ее. Да, она настолько большая, что запомнить ее довольно сложно будет. Так, вот тут вот у нас... А, вот сбор для воды. Прикольная штука. Офигительная штука. Я могу ее открыть. И могу... Блин, смотрите, что я могу сделать. Прикольно. Я могу наполнить свои... Эти... свои бутылки водой пустые, которые я опустошил именно при помощи, то есть, питья. Ну что, встретимся чуть позже, когда я все-таки определюсь наконец уже с тем местом, где я должен быть. Надеюсь, это произойдет очень скоро, и я найду все-таки что-нибудь достаточно интересное для себя. В итоге я пришел куда-то к старому разрушенному маяку, откуда я, наверное, направлюсь все-таки по реке. Тут я где-то недалеко видел реку. Сейчас посмотрим, что тут вокруг есть. Ничего тут вокруг не видать. Как бы, ну, я думаю, что вверх по реке я пойду. Вот где-то вот тут вот она начинается, по-моему. Пойду вверх по реке, попробую найти расположение, которое бы мне было интересно, где я мог бы начать свое
существование, свою жизнь. Именно место то самое, которое мне было бы очень интересно. Вот как раз та самая река, которую я уже обнаружил. И вот вдоль ее вверх я пойду по течению. И может быть все-таки найду более-менее подходящее место. Звуков реки как бы я особо не слышу. Но вода как бы... Да нет, вроде слышно. Вода вроде реалистична довольно. Я хочу именно в таком месте поселиться, где слышалось журчание вот этой самой воды, птение птиц и шум ветра и звуки деревьев. Не знаю, попробую сейчас пройти по этой реке вверх по течению и найти что-нибудь интересное. А походу здесь по реке я зашел в тупик, потому что вот здесь вот заканчивается река, не такая она и большая оказалась. Оказывается, не то место, где я хотел бы быть. Но тем не менее, тут растут деревья, значит, где-то может быть неподалеку я найду более-менее подходящее место для своего жилища. Отправляюсь в путь, встретимся чуть позже опять же. В конечном счете я для себя принял единственное правильное, кажется, четкое решение, что... Скорее всего, я пока первым делом поселюсь на берегу озера. Тем не менее, я буду искать место более подходящее, чтобы было более как бы комфортно для меня, было больше деревьев, больше леса, чтобы была менее заметная моя хижина. Ну а пока будем вот на берегу озера, где-нибудь здесь... Не знаю, вот даже... Ой, ёкарный бабай, мишка, похоже, это. Вот видали, как нарвался я на медведя. Вот здесь вот, я думал, что с этой стороны будет довольно неплохо. Ну, вот если мишки будут моими соседями, это будет не очень, конечно, приятно. Но, тем не менее, я решил, что где-то здесь пока, по крайней мере, четко еще не знаю. Но тут, блин, палевно, конечно же. Но я думаю, что... Лучшего варианта пока нет. Вот где-то рядом со скалой, может быть. Не знаю, фундамент где-нибудь. Вот тут вот все-таки. Вон там он, мишка, да? Видите его? Вон там он. Вот здесь вот. Думаю, фундамент будет... Так, подожди. Будет более четко поставить где-нибудь вот здесь, да? Первый такой домик, я скажу вам. Даже не то, что первый домик, а вот так, сейчас мы его оформим. У нас есть для этого. Подожди, нет, я не хочу больше этого делать. Так, фундамент мне больше не нужен. Да, из дерева будем делать это все. Так, деревянную красоту наведем. Так, здесь где-то у меня должна быть... А я не знаю, неужели я не могу? А, подождите. Я вспомнил, как это делается на самом деле. Подзабыл. Ей-богу, подзабыл. Так, вот, опора. Опора, раз. Опора, два. Опора, три. И опора... 4. Но. Вот такую хижинку я сейчас здесь себе замучу. Я думаю, она будет уместной, да? Вот сейчас, по крайней мере, пока. Так, крыша. Ладно, пока давайте сначала сделаем стену. Так, вот здесь стена будет, вот здесь стена будет. Тут, может быть, стена... Сделаем стену с окном. Зачем с окном? Вот тут дверной проем будет. Естественно. И вот тут вот, я не знаю. На первом этаже, в принципе, наверное, не стоит делать окно. Так что лучше будем строить что-то вот такое. Подожди. Так, деревянная стена здесь. Деревянная стена здесь. Деревянная опора. Дерево кончилось. Кончилось дерево. Сейчас нарублю немножко дерева. Я даже думаю, что где-то на подальше вот этого места, потому что не хочется
деревья все-таки здесь разрушать рядом с своим домом. Топорик есть. Так. Где-то подальше немножко. Думаю, порублю. И вот, я определился все-таки с домом. Я надеюсь, вот это место, где я определил сейчас, вот этот самый домик, пока будет для меня действительно надежным убежищем. Ну, насколько оно надежно? Конечно же, не очень. Но пока я буду селиться здесь, и если не найду лучшего места, то дом буду оформлять уже более конкретно здесь, да, более сильно осваиваться здесь. Так что я нашел свой дом. Можно сказать и так. Если еще рыбку ловить бы, вон, смотрите, камыши тут есть. Было бы вообще просто супер. Грибочки. Все просто супер. Надеюсь, вам тоже понравится.